один из самых таинственных и мистических церковных праздников – Преображение Господне, или по-народному Яблочный Спас. Это неприходящий, двунадесятый, то есть один из 12 основных после Пасхи церковных праздников. В Русской Православной Церкви он всегда отмечается 19 августа. Перед тем, как пойти на крестную смерть, Христос вместе с тремя учениками отправился на гору, где в чудесном его преображении пока только им была явлена его божественная природа. События в жизни Господа Иисуса Христа, когда он вместе с тремя своими учениками зашел на гору перед своими страданиями крестными и показал ученикам свою божественную славу. Как поется в тропаре этого праздника, на горе преобразился Иси перед учениками своими, чтобы они, видя твою славу божественную, в дни твоих страданий понимали, что страдания эти добровольны. Воссиявший на горе Фавор, таинственный, неземной, ослепительный свет, символизирует свет божественный, что находится внутри нас и может преобразить и проявить себя в полном свойстве, если человек с чистым сердцем идет к Богу, искренне следуя церковным таинствам. Действительно, любой человек, он несовершенен. Какие-то имеются недостатки, ошибки жизненные. И поэтому преображение Господне, этот праздник, является стимулом для того, чтобы любому человеку, который взирает на этот праздник, что-то в своей жизни изменить. Этот фаворский свет услышишь, увидишь, почувствуешь, да, и сам преобразишься. Преображение Господне – престольный праздник в Преображенском кафедральном соборе Сургута. Традиционно после крестного хода на Яблочный Спас освящаются яблоки, виноград и другие плоды. Главное, чтобы они не затмевали смысл праздника и самого Успенского поста, который состоит в духовном движении души и внимании к нашей внутренней жизни, любви и помощи нашим ближним.